How do you get spiritual determination? Как же обрести духовную решимость? Well, just by chanting the mantra, determination, determination, you're not going to get determination. Если вы просто будете повторять эту мантру «решимость, решимость», вы не обретете решимость. You have to take positive steps to achieve determination. Нужно предпринять какие-то позитивные шаги для того, чтобы достичь решимости. And Rupa Goswami explains what these steps are. И Рупа Госвами объясняет, какие шаги нужны для этого. Rupa Goswami explains how in initial stage we have shraddha or desire to pursue spiritual life. Рупа Госвами объясняет, что вначале у человека появляется шрадха или желание идти путем духовной жизни. Just like everyone sitting here, you're not sitting here by accident. Вот если рассмотреть вас, которые сидят здесь, вы здесь сидите не случайно. It's not that somebody selected a lottery ticket and your number was there. Это не произошло так, что в какой-то лотерее кто-то вытащил номер с вашим именем, и поэтому вы здесь находитесь. You're here because you have a desire to progress spiritually. Вы здесь оказались, потому что у вас есть желание духовно развиваться. Если появляется у человека такое желание, то Господь направляет его к тем, кто может помочь ему в этом. Why is it that everyone on the planet is not guided to this path? Почему происходит так, что не все люди на Земле принимают этот путь? Prabhupada was giving a press conference in Australia. Однажды Шрила Прабхупада проводил пресс-конференцию в Австралии. And a journalist asked him, if your Krishna consciousness is so perfect, why is this hall fully packed? Why are people not crashing in? И один из журналистов спросил, если, как вы утверждаете, сознание Кришны настолько совершенно, почему же здесь не так много людей? Почему здесь нет давки, и люди не рвутся сюда попасть? Шрила Прабхупада ответил, если вы продаете золото, то немногие смогут купить его. Но если продавать дешевую бижутерию, то очень многие смогут ее купить. So Krishna consciousness is that diamond. И сознание Кришны подобно бриллианту. So those who have a sincere desire get guided to the appropriate location. Те люди, у которых появляется искреннее желание, тех Господь направляет в нужное место. You get guided to the appropriate sadhu. Господь направляет их к садху. Подходящему садху. And the genuine sadhu gives you the process of bhajana kriya. И истинный садху дает нам метод бхаджана крии. And when you follow that bhajana kriya, then you develop determination. И если вы следуете этому методу бхаджана крии, то у вас развивается решимость. In other words, if you want to give up the illusory thought that are always bothering us, I need determination. Другими словами, для того, чтобы избавиться от различных иллюзорных мыслей, которые всех нас беспокоят, для этого нужна решимость. And that determination comes from good sadhana, good bhajana kriya. И эта решимость приходит благодаря хорошей садхане, благодаря бхаджана крии.